Губернатор Игорь Удыни посетил предприятие «Тверской экскаватор». Глава региона ознакомился с производственными цехами завода, осмотрел готовую продукцию, колесные и гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, погрузчики, коммунальные машины. Тему продолжит наш корреспондент. Тверской экскаватор – ведущее предприятие объединенной машиностроительной группы. Работает с 1943 года и сейчас специализируется на выпуске строительно-дорожной специальной техники для гражданского, промышленного, дорожного строительства, коммунального хозяйства и горнодобывающей отрасли. Всего более 12 моделей. В ходе поездки Игорь Рудени осмотрел готовую продукцию. Производственная площадка объединяет несколько комплексов. В последние годы на предприятии была реализована масштабная реконструкция сборочного цеха. Также запущен в эксплуатацию новый окрасочный комплекс, модернизировано сварочное производство, реорганизован складской комплекс. Все это позволило освоить выпуск новых видов продукции в соответствии с мировыми стандартами качества. Объединенная машиностроительная группа планирует реализовать на территории Верхневолжья инвестиционный проект по разработке и выпуску новых современных видов машин и оборудования из отечественных комплектующих. После того, как два завода попали в новую компанию, мы сделали пересмотр стратегии. Сейчас представляем ее часть в виде продуктов. Причем мы сделали большую гамму. Здесь представлено не все, что хотим, двумя словами. В этом году два завода выпустят условно порядка 19 000 машин. Мы хотим через 5 лет выпускать 5 000 машин и компоненты для производства строительной техники. В составе группы также работает еще одно тверское предприятие – инженерный центр «Эксмаш», разрабатывающий строительно-дорожную технику. В ходе визита губернатор Игорь Рудени обсудил с представителями компании вопросы сотрудничества, развития, государственной поддержки отрасли и обеспечения предприятий квалифицированными кадрами. Первая партия продукции – это будет коммунальная техника, которую мы хотели бы приобрести для города Твери, для наших городов, которые находятся в муниципалитетах. Сейчас обсуждали как раз вопрос не просто поставки, но, к примеру, мы говорим, вот если в город Осташков мы осуществим поставку такой техники. На реализацию проекта по разработке и выпуску новых современных видов машин и оборудования из отечественных комплектующих требуется серьезное вливание. ЗАО «Тверской экскаватор» планирует участвовать в программе «Лизинговые проекты Фонда развития промышленности Тверской области» и получить льготный заем в размере 67,5 миллионов рублей на авансирование договоров лизинга. В 2019 году по линии Минпромторга России с федерального бюджета Тверскому экскаватору предоставили субсидию 673 миллиона рублей. «Эксмаш» в прошлом году получила федеральные субсидии на общую сумму более 299 миллионов рублей.